мелодия фестиваля. Паша Плохой все еще живой. Я предлагаю отправиться на спортивные процедуры. Ведь люди будущего должны внимательно относиться к своему здоровью. О, спорт, ты мир. Более 500 профессиональных атлетов принимают участие в соревнованиях прямо здесь, на фестивале. Волейбол, стритбол, американский футбол, пол-дэнс, мастер-классы и куча других активностей. Гонка героев, невероятный аттракцион, полоса препятствий, за участие в которой можно получить приз. Но я участвовать не буду, потому что что-то дождик капает. Хоккей на траве. Хоккей на траве. Если ты не берешь сейчас клюшки, короче, вот эта клюшка, ты мне показываешь здоровый образ жизни. Футбольный матч на траве отменился из-за непогоды и был заменен настольным футболом. А прокомментировать его приехал Виктор Гусев. С розовым микрофоном это не о сборной России, это о чем-то другом. Ну камон, а на самом деле в Японии розовый цвет огня, цвет воинов. Как вы тусовались во времена вашей молодости? Мы пили то, что мы нашли. Музыка была немножко другая. Вот. Но мы так же отрывались под нее, как вы сейчас отрываетесь под эту. Насколько полезно заниматься спортом после лютой тусовки ночной? Мы нормально гуляли, и на следующее утро выходили, играли в футбол и становились еще крепче. Я подзарядился энергией и готов к продолжению банкета. В здоровом теле здоровый дух. Того же желаю вам. Паша Плохой, 2ТВ на Alpha Future People. Продолжение следует.